Приветствую всех на канале Волк Вар Геймс, военные игры с Волком. Сегодня мы продолжим прохождение игры Hidden Dangerous, часть 2. И самая, пожалуй, сложная будет сегодня миссия. Так, которая у нас называется «Освободитель, платный вход». Железнодорожная станция Лептаков. Дело происходит 6 мая 1945 года, то есть за 3 дня до конца войны, ну, если не брать в виду разгром чехословацкой группировки немцев. Так, наш агент работает начальником станции в селении Лептаков. Он располагает важными сведениями о броне немецких танков. Вы должны найти его и забрать документы. Задача операции — как можно быстрее спасти Требиски и собрать группу в зону эвакуации. Комплект снаряжения у меня уже готов. Так. Мы в Богемии, стране, которая первой была оккупирована нацистской Германией. Местные партизаны атаковали немецкий конвой, перевозивший, помимо всего прочего, секретный документ. Этот документ содержит подробности технологий, используемой немцами для создания высококачественной брони для танков и боевых машин. Джири Требиски, лидер местного сопротивления, должен передать нам эти документы в назначенном месте встречи в лесу близ селения Лептаков. Вроде бы все просто, не так ли? Так, это у меня неудачный провальный, в общем, вариант. Не получилось у меня пройти, потому что это первая миссия, которую нужно проходить практически в таком стелс-режиме, не попадаясь на глаза немцам. Предыдущие мои попытки успехом не увенчались. Что такое, мать твою? Меня зовут Макс, я учитель. Я пришел вместо моего коллеги Джири, то есть мистера Требиски, чтобы предупредить вас. Откуда я знаю, что вам можно верить? Позвольте, я вам кое-что покажу. Вот, посмотрите. Это сделали со мной, когда я был заключен. Я сбежал больше года назад. Ладно, я вам верю. А почему ваш коллега Требиски сам не пришел? Мы могли застрелить вас. Я знаю, извините, но я должен вам что-то сказать. Гестапо арестовало Джи. Его допрашивают на станции. Боюсь, он долго не выдержит. Он может рассказать им все. Это плохо. Мы постараемся спасти его, прежде чем его сломают. Можете сказать что-нибудь еще? Нет, хотя это может помочь. Попробуйте найти стрелочника. Он один из наших. Спасибо. Теперь вам надо уходить. Сегодня ночью держитесь подальше от станции. Вы поняли? Конечно. Пожалуйста, поторопитесь и будьте осторожны. До свидания. Так. В общем, задача тут крайне сложная. Я до сих пор не знаю... То есть время тут определенное тикает, или все завязано на шум, который мы производим. Вижу противника! Сейчас поезд проследует. Эй,
прячь меня, мужик. Быстрее, у нас нет времени. Дребиски схватили. Там, блин. Ну. Ты со мной это разговаривать будешь, нет? Ну что, цены что-нибудь скажешь, нет? Блин. Ничего нам не скажет. Надо было Делиса брать. Самый нелюбимый мой жанр вот этот. Приключения в жанре стелс. Терпеть не могу.
Ich sehe eine feindliche Einheit. Вообще понесло с ним. Возьми. Feind! Так. По идее, у меня немецкий автомат остался. Ну сейчас вот посмотрим, получилось у меня или нет. Так. Здесь. Так, где тут гестаповцы, а? Ты видел? Второй этаж. Наверное, через окно можно. О, вот они. Mein Arm. Блин. Так.
вот здесь, ну. Так, ну вот, собственно говоря. Так, ну я его нашел, а что дальше? Ну, там в туалет ходил, да? Сейчас надо, значит, туда, к ним добежать туда и там сохраниться, короче, вот в чем дело. Так. Первый раз я вообще с боем пытался пройти это дело. Так, давайте сохраняемся. Туалет пошел, да? Так. Че, Люгер? Так, ну по идее, теперь его убить не должны. Это вот этот явно занимался такими делами. Так. Давайте попробуем сохранимся отсюда. Так. Так. Блин. Feind ausgemacht. Блин. Что здесь происходит? Черт возьми.
стоит так неудобно, гад. Если что там в книжном шкафу изучаешь, а? Здесь у нас что? Здесь никого. Черт, как тебя снять-то? Подожди, стоп. Не понял, а где эта опция ликвидация была? Слишком поздно. Его сильно избили. Опа. Извини, я должен был... Теперь это не важно. Вы сделали все, что могли. Не беспокойтесь. Где сейчас документ? У Фрайбер. Гюнтер фон Фрайбер. Понятно. Я найду его, обещаю. Вы герой, сэр. Мы у вас в долгу. Он умер. Так. Was ist hier los? Блин. Как же тебя грохнуть-то? Schnell! Einen Sanitäter! Was? Da drüben ist er! Блин. Чё поднимут, они тревоги. Так, друзья, ну это ж как-то неправильно. Thank you.
думаю. Так, туалет. О, дружище, спасибо, что посторожил. Так. Так, а что я там взял? А, Люгер. Нафиг, не, Люгер мне не нужен, так. А, вот так вот, а, и форма. Так. Ну теперь давайте, наверное, пошумим. Вижу противника. Вот зачем там были противотанковые мины на выбор, интересно. И базука. Вижу противника. Сложно сказать. Так. Замечен противник. Так. Вижу противника. Вижу противника. Вижу их. Угу. Визуальный контакт.
Вижу противника. Стрелочный. Визуальный контакт. Себе круто. Блин. Тихо. Да блин. Черт, вроде и так неинтересно, чтобы просто ничего не сделать, уйти. Da drüben sind sie! Так-то лучше.
себе. Так, отлично. Пора и нам. Готов. Готов. Да, друг. Отлично. Так вообще ничего, гранату хотел кинуть. Так, ну-ка. Живописника.
И в окна, кстати, неплохо она влетает. Так. Так я пытался проходить сначала примерно в таком ритме, а потом оказалось, что это стелс-миссия, по сути. Вижу их! Паровоз вперед летит. Уже мафия, например. Здесь я не был. Интересно. Ух ты. С ума сойти. Какие места интересные пропечатали. Так
глухой какой-то немец был. Там уже всех его товарищей. Всех его товарищей покрошили. Двое таких одаренных. Ой, блин. Ёлки-палки. Вот ты, блин, а? Ладно, в принципе, игра. Война и так уже заканчивается. Сейчас отомстим быстренько. Гет. Странно, конечно. Вот столько аптечек дали. Гранатомет. Панцерфауст. А ради чего? Мины противотанковые. Эх, дружище, дружище. Опа, что это? Он не понял, куда это, что это за штука. Это просто спрятаться здесь можно. Так, миссия выполнена. Завершено.
Бейзил Эллиот. В лейтенант у нас производится. Джордж Летун Бартон тоже в лейтенанты. И Дэвид Форман присвоено звание штаб-сержанта. Томас Райт, капрал, убит. Так, показать дневник. На встречу с нами пришел Нетребиски. Ситуация была напряженной. Мы не знали, можно ли верить этому человеку, но выбора не было. Он убедил нас, что он не немецкий агент. И объяснил, что Требиски арестован гестапо. В этот момент его допрашивают на железнодорожной станции. Он объяснил, как связаться со стрелочником, который поможет добраться до Требиски. Добравшись до станции, мы обнаружили, что гестаповцы замучили Требиски. Он отдал им украденные документы. Увидев его, мы поняли, что он держался до последнего. Мы ничем не могли помочь, он умер у нас на руках. Его пытал Гюнтер фон Фрайберг, у которого и были сейчас документы. Теперь у нас были две причины найти гестаповца. Вернуть документы и отомстить за Требиски. Для этого надо было найти поезд, на котором уехал Фрайберг. Так. Что-то мне кажется, что зря мы одного бойца потеряли. Ну ладно. Так, сохрань, продолжить. Вчера, 3 мая, противник перехватил информацию о том, что в Праге планируется восстание. Поэтому группенфюрер СС Франк стягивает войска и усиливает оборону. Ваша задача – захватить Гюнтера фон Фрайберга, который со своим подразделением направляется на усиление боевых частей СС в Праге. В результате нападения партизан на железную дорогу Фрайберг со своей группой заперт в туннеле. У вас есть уникальная возможность нанести новый удар по слабеющим оккупационным силам Германии. Помогите местному сопротивлению разгромить противника. Храни вас Бог. Кратенько в этот раз. Эх. Чего я четвертого не сохранил? Так, ну ладно. Это уже будет в следующей серии. Так. Это мы будем заканчивать. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Волк. До следующих встреч. Ну, уже, в принципе, наверное, 1-2 серии, наверное, остались. Об этой игре можно записать пару серий, и все, игра закончится. В общем, всем пока, до новых встреч.